Друзья, всех приветствую. Пока у нас тут промывка скважины полным ходом, значит, хотел бы пообщаться с вами по поводу цены на голубику, на раннюю голубику. Значит, будем отталкиваться от цен, которые я встретил в Минске. Значит, сейчас вы увидите на экране фотографию. Эту голубику, ну, ценник, к сожалению, только голубики снял. Это в одном из самых крупных сетевых магазинов. Начало марта. Вот такой ценник. 6,49, практически 6,5 рублей. Обратите внимание, за 125 грамм. Там такая маленькая упаковочка. Там буквально можно их пересчитать, эти ягодки. Они в один слой там. Цена за килограмм 51,92 рубля. Напомню, это белорусские рубли. К сожалению, не сохранилась фотография. Я снял эту коробочку. Ягода там просто отвратительная. Не помню, честно говоря, откуда. Но не наша ягода. Далеко ехала, долго хранилась. В сетевых магазинах отвратительная. Как сказать, не обслуживание, отношение ну, к какому-то продукту, ну и понятно, продавцу не платят процент с проданной ягоды, они просто отсиживают там зарплату, поэтому и никто там за этой ягодой не следит. Ягода мятая, ягода уже, значит, местами испорченная, ну, в общем, о свежести говорить тут даже не приходится. И при всем при этом 51 рубль, ну, считайте, что 52 рубля. Но, друзья мои, это еще не самое интересное. Самое интересное, когда я зашел на Комаровский рынок в Минске, 25 примерно марта, увидел вот такую вот интересную упаковочку с голубикой. Значит, упаковка мне очень понравилась. Такая, знаете, бодрая, такая крепкая упаковка. Не то, что такие дешевые такие упаковки. Берешь, она прям в руках у вас расползается, пластик этот. Здесь все классно. Крышка крепкая, сама упаковка крепкая, что можно друг на друга ставить. Хоть 10, хоть 20 штук, ничего там не прогибается. Этикетка красивая, цветастая. Значит, все написано, откуда, куда, кто продает, кто сделал. Вот такой примерный размер с моими конскими пальцами. И самое, друзья мои, интересное, это вот ценник голубика сладкая, одна упаковка, 250 грамм, 20 рублей, значит, производство Марокко. Друзья мои, 20 рублей, то есть за килограмм, 80 рублей. Сколько? 80 рублей за килограмм. Это больше 30 долларов. Да ты шо? Друзья, кто еще думает к нам присоединяться или нет по поводу голубики, вот как вам такая цена? Розничная цена в конце марта 80 рублей. Друзья, вот исключительно ради интереса поделитесь, сколько вот в данный момент, я понимаю, что уже апрель, что уже цены, может быть, не такие, но вот у кого какие цены, из какого региона. Все, друзья, коротенький такой ролик, просто захотел рассказать вам о ценах на голубику в Минске, на раннюю ягоду. И то, что мне эта цена очень понравилась, и я все больше у меня растет желание поставить теплицу и попробовать вырастить эту раннюю ягоду. Вот, друзья, спасибо, что смотрели этот ролик до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы скоро увидимся. Пока.